Что, Вэ? Папа на работе, ты же знаешь. Ну вот так мы украсили елочку. Ира-то собачку, посмотри-ка. Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас всех на своем новом канале. Так, тихо, Молечка. Это мой новый канал. Рута Влог. Здесь у меня будут выходить повседневные видео, связанные с повседневной жизнью. Что такое? Ну иди ко мне. Так, вот такие будут выходить влоги, которые уже будут неподготовленные заранее. Что получится, то получится. Тут будут темы всякие, рады, повседневные, что у нас происходит в жизни. Многие из вас знают, вернее, еще пока не многие, потому что это только канал, один день этому каналу. Я надеюсь, что придете ко мне на канал и подпишитесь на него. У меня также есть один кулинарный канал. Ссылочка на него будет в описании под видео. И также канал, посвященный животным. Ссылочка также будет в описании под видео. Ну а сегодня у меня будет влог о том, скоро приближается Новый год. И я уже потихонечку украсила квартиру к Новому году. Хочу это показать, как я украсила. Как я поднимаю себе настроение, чтобы у нас было с мужем такое праздничное настроение. Это мы с ним делаем каждый год, украшаем квартиру, чтобы быть в предвкушении новогодних праздников, в предвкушении Рождества и Нового года. Ну вот так мы украсили елочку. Да, кстати, это вот мой кулинарный канал, вы можете наблюдать его. Так что подписывайтесь, кто не подписан на этот канал. Вот такая у нас елочка. Елочка у нас искусственная. Мы не покупаем елку живую каждый год. Раньше покупали каждый год живую, но теперь мы купили искусственную. Она выглядит как живая, нам она очень нравится. И мы ее каждый год ставим и украшаем. Вот такая красавица у нас стоит. Под этой елочкой будут, конечно, лежать подарочки на Новый год. А это вот мой засранец, попугай, который мне очень-очень часто мешает снимать видео. Да, Рики, познакомься. Его, вернее, это ее зовут Рики. Когда мы покупали, вернее, не покупали, нам подарили его, думали, что мальчик. И кличка у него была пацанская, Рики. Спустя несколько лет, спустя года три, наверное, или четыре, она снесла яйцо, и мы узнали, что это девочка. Ну, так и осталась у нас Рики. Вот такая вот хулиганка, которая ругается периодически вот с этой хулиганкой. Мы тоже купили ее недавно, и вот они пока еще с попугаем не подружились. Подружатся они, я или не знаю, короче, может, не подружатся. Ну, у них есть свой отдельный канал, как я уже говорила, канал о животных, и ссылочка на него будет тоже в описании под видео. Да, ты там подтверждаешься? Ты все подтверждаешь, моя лапа, все подтверждает моя красавица, да, Рикеньки? А? Заключенная моя, ты ж мне... Покусаешь собаку. Вот видите, смотрите, как она реагирует на собачку. Посмотрите. Вот так вот, вот. Вот такая вот у них происходит дружба. Вот так, вот так. Вот такое знакомство у них. Пока не могут подружиться. Но она у нас такая очень ревнивая. Она вообще... признает только меня, любит только меня и целует только меня. Других она так или терпит, или кусает. Хотя раньше было такое, когда она до того, как смести яичко, она никого не кусала, совсем не дружила. Так, ну все, тихо, 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 успокоились. Ну, заодно покажу вам свой аквариум. Он также есть на том канале, это канал о животных. Там у меня были разные аквариумы. У меня был аквариум на тонну, дискусы, очень красивые видео есть. Переходите по ссылке, подписывайтесь и смотрите. Это наша барная стойка. Ее тоже мы украсили по-новогоднему, чтобы все очень красиво было и нарядно. Ну и сейчас перейдем на кухню. Ну, на кухне, как всегда, вы знаете, если я снимаю кулинарные видео, и чтобы было тоже такое у людей новогоднее настроение, все так вот украшено у меня. Вот такие очень шары новогодние, очень красивые. Но это не просто шары, в этих шарах разные чаи. И чаи очень вкусные, это эксклюзивные чаи. Каждый год их продают у нас в магазине, вот мы покупаем.
такая новогодняя тематика, и очень удобно. Он здесь открывается, этот шарик, а внутри чай. В общем, супер. Такая новогодняя тема. Все это очень поднимает хорошо настроение. Такая елочка у нас. Это вот на кухне, которая... Вот когда я снимаю виды на кулинарном канале, вот эта елочка всегда находится в кадре. Потому что, когда новогодние рецепты какие-то снимаются, и елочка, все это так по-новогоднему, все это поднимает настроение. Во всяком случае, мне так точно поднимает настроение. Надеюсь, что и вам тоже поднимается настроение, когда вы смотрите такие видео, что вы находитесь в предвкушении Нового года. На каждом окне у меня сейчас стоят вот такие вот свечи зажженные. С улицы очень красиво смотрится, когда смотришь на окна. Сразу видно, что такое рождественское настроение. В прихожей стоят у меня такие вот всякие снеговички, елочка, дождик. Так, тоже, чтобы чисто было такое новогоднее настроение. С нетерпением ждем Нового года, Рождества, всех этих праздников. Сейчас я хочу немножечко перекусить. Это я накладываю себе кугель. У нас вся семья любит этот кугель. Это картофельный кугель, это литовское блюдо. Я его буквально вчера приготовила. Как его готовить? Вы можете посмотреть на моем кулинарном канале, набрать в поисковике, зайти на мой кулинарный канал и набрать в поисковике картофельный кугель. Очень вкусный, очень бюджетный рецепт, но очень вкусный. По вкусу он как картофельные блинчики, только не такие жирные. Картофельные блинчики не жирные, потому что в масле жарится, а он не такой жирный, потому что запекается в духовке. Подается он со сметаной. Я погрела запеканку, и у меня как-то неожиданно закончилась сметана. Но буду есть с кефиром, и еще посыплю зеленым луком. Было бы так повкуснее немножечко. Мне жалко, что сметана закончилась. Очень люблю со сметаной его есть. Вот так вот кугель выглядит в разрезе. Он очень вкусный. Натираете картошечку, добавляете сюда яичко. Добавляйте зажаренный лучок со шкварками, стакан молока, и все это в духовку на 1,5 часа, в зависимости от толщины. Чем толще, тем дольше будет запекаться. У меня здесь получилось очень толстым, я запекала 2 часа. Кугель очень вкусный, обожаю. Со сметаной вообще просто прелесть. Ну, сегодня буду без сметаны с кефиром. И вот тут я еще готовила кексы. Уже все съели мы. Скоро выйдет видео тоже на канале. Канал Хозяюшка Рута, подписывайтесь на него. Скоро выйдет рецепт этих кексов. Но почему ты все время начинаешь со мной синхронно говорить? Почему ты мне не даешь толком снять видео? Скажи, пожалуйста. Ты все время так будешь делать? Хулиганка. Что? Папа на работе, ты же знаешь. Что ты хочешь? Что ты хочешь? Внимание хочешь? Ты хочешь внимания, да? Внимание хочешь? Рики, я сейчас занята. Мне с тобой некогда сейчас играться. С Молькой ты не хочешь играться? Ты на нее ругаешься? Не говори со мной в один голос. Все, занимайся своими делами. Он игрушечка, иди играй с игрушечками своими. Зверюга. Зверюга наша маленькая. Моля, посмотри на маму, Моля. Посмотри на мамочку. Ты моя зверюга, ты моя красавица. Сейчас там с 5,5 месяца. Мы находимся в стадии линьки. Но линяет она очень красиво довольно-таки. Я видела других шпицев в стадии линьки. Они очень смешно выглядят, как козлята такие. Наша же так симпатично линяет. Скоро у нее должна вырасти хорошая, большая. Вернее, длинная, красивая, пушистая шерстка. Очень жду этого момента, моя красавица. Ну, вот так вот, друзья, я украсила свою квартиру к Новому году. Это еще не окончательный вариант. Наверняка какое-то будет дополнение еще будет. Конечно, еще будут подарки под елкой. Еще будет поход по магазинам. Также будет влог еще на цены продуктов в наших магазинах. Живу я в Риге. И я вам покажу, что сколько у нас стоит, и вы можете сравнить, сколько стоит это что у вас. У нас зарплата, минимальная зарплата не очень большая, где-то 430 евро минимальная зарплата люди у нас получают. Большинство, наверное, людей получают такую зарплату.
Ну, а продукты все дорожают и дорожают. В общем, жизнь в Латвии такая довольно-таки, скажем, наверное, дорогая. У нас даже, если брать Прибалтику, в Латвии самые большие цены. Кстати, Литва, Эстония и Латвия, в Латвии самые дорогие цены. Так же самое на лекарства. У нас все дороже, зарплата у нас меньше, чем в других странах, а цены у нас дороже. Вот так вот и живем. Ну все, дорогие друзья, буду с вами прощаться. Увидимся с вами в следующем влоге. Всем пока!